Мама, как много в этом слове. В детстве мы полностью зависим от матери, а когда вырастаем, приходим к ней за советом. Связь между матерью и ребенком нерушима. Это любовь, которая их объединяет на всю жизнь. Неудивительно, что появился свой день, который посвящен мамам. В нашей стране его отметили 26 ноября. По этому случаю в школе искусств состоялось праздничное мероприятие «Мама. Первое слово». Поздравляем наших мам с концертом наших воспитанников, учащихся школы. Мальчишки и девчонки под руководством преподавателей подготовили интересные номера. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Стеша Лисовец рассказала стихотворение, которое посвящено всем мамам. И знаю, мама, я, что ты мечтаешь, чтоб когда вырасту, смогла ты мной гордиться. Я обещаю, мамочка, что ты счастливой станешь. Я буду жить лишь так, чтобы этому случиться. Мне кажется, что День матери – это очень важное событие. Ну, мы поздравляем того, кто из-за кого мы появились на свет. Кроме сценических искусств, в школе есть направление живописи. На выставке картин юные художники изобразили своих мам. В этот день прозвучало много трогательных и теплых слов в их адрес. Мамочка, я очень себя люблю, ты для меня так дорога. Мама, я поздравляю тебя с Днем Матери, желаю тебе здоровья и счастья, и чтобы ты оставалась всегда такой же красивой. Мама – это большая часть моей жизни, и я ее очень люблю. Мне здесь нравится танцевать, и особенно для моей мамы. Концертный зал школы был наполнен атмосферой радости и любви. Теперь учащиеся школы искусств будут готовиться к предновогодним мероприятиям. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.